Привет, ребят, у меня тут такая проблема. В общем, вот поставил я нечаянно дальность прорисовки на минимум, и я не могу никак восстановить начальные настройки. Кто сталкивается с этой проблемой, напишите в комментариях, пожалуйста. А то, как бы у меня сильный процессор, как бы просто, не очень, так скажем. Ладно.